Так что насладимся 300 спартанцами от Тони Роута. И тут еще написано в композиции Гарри Топор. Поехали. Ты пришел к воротам с боем, мы пройдемся по вам всем, как танки. Рядовой, если ты смелый, мы поставим на вас крест. Икс-мены, у ваших баб, парни, бабы, детский сад. На словах бойцы, а при встрече эти девки сад. Мы на районе все как братья, все как на подбор. Мушкетеры, один за всех и все за одного. Шагу назад, мешают глаза, их быстро в урну. Мы ходим в зал и чистим лица. При встрече тебя лихорадит, мы как вирус Эбола. Плюс наши кулаки, твое минус Эбола. Юго-запад, каждый из нас брутальный. Теперь с тобой сверкают руки, ноги брутальный. Мой кроссовок и твое лицо на верный путь идут. Я их познакомил, у них первый поцелуй. Мы разбойники с больших дорог. Свой на лоб после драк, главное, что жизнь здоров. Нас было меньше и с риском подраться. Мы стояли до конца, прямо как 300 спартан. Я купил зерна зла и на земле сею ярость. Для своих своих знай, дикие звери для вас. Если за тобой никого нет, парень, так жить нельзя. Мы повернутые, видим на 360. 300 за спиной готовых биться. Ты встал на пути, увидел злые лица. 300 тут удача вас покинет, знай. Кто придет с мечом от меча и погибнет сам. 300 за спиной готовых биться. Ты встал на пути, увидел злые лица. 300 тут удача вас покинет, знай. Кто придет с мечом от меча и погибнет сам. 300 за спиной готовых биться. Ты встал на пути, увидел злые лица. 300 тут удача вас покинет, знай. Кто придет с мечом от меча и погибнет сам. 300 за спиной готовых биться. Ты встал на пути, увидел злые лица. 300 тут удача вас покинет, знай. Кто придет с мечом от меча и погибнет сам. В этой композиции все хорошо, кроме одной строчки «Мы разбойники с больших дорог». То есть сама композиция вот с посылом на 300 спартанцев и с принципом «Кто прав, тот и сильней», как в «Брате», да, «Сила в правде». И, по сути, вот этот припев окончательный, 300 за спиной готовы биться, ты встал на пути, увидел злые лица, но там еще и имеет значение, что кто с мечом пришел, от меча и погибнет сам. То есть, что агрессия идет не с их стороны, они защищаются от агрессии. И вот эта строчка «Мы разбойники с больших дорог», она здесь как раз шатает весь остальной контекст. Потому что если все остальное выстраивается с точки зрения того, что ты как берсерк в момент противостояния должен войти в боевой раж и начать сеять в землю семя ярости, дабы обрести победу при численном перевесе в пользу противника, то вот эта строчка, она излишняя. Потому что остальные, которые я еще здесь услышал, во-первых, здесь вместо фаталити бруталити, я немного напутал воспоминания, во-вторых, здесь отсылка к X-менам, то есть к Марвелу, здесь есть отсылка к трем мушкетерам. И вот «Разбойники с больших дорог», мне кажется, здесь отсылка как раз к бременским музыкантам, но именно вот когда они переоделись в разбойников, чтобы украсть короля, похитить, чтобы обрести встречу и любовь между принцессой и бременским музыкантом.
Я понимаю цель посыла, то есть ощущаю, да, с какой целью это было, вот такая строчка родилась, но вот все-таки, если это не распознать причину появления этой строчки, еще и вот в момент этой схватки, то есть сравнение с разбойниками, то есть как раз они сражаются с разбойниками, потому что на их стороне правда, они защищают свое, они не берут чужое. И вот эта строчка, она раскрылась бы, если ей немножко бы еще дать вот раскрытие, что за разбойники, да, что, возможно, они ощущаются в этот момент, как что вот отчаянные такие парни в состоянии берсерка, дабы обрести победу в сражении с теми, кто вторгся, вот, на их улице пришли ребята. Ну, вот этот посыл мне тогда очень понравился, то есть, как бы, такой вот максимальной самоуверенности, и плюс еще и отсылка к 300 спартанцам, где кинофильм сам весь такой брутальный. И вот эта как раз брутальность, она сразу ощущается через образ кинофильма, тебе тут сразу дают вот как бы наводку на этих 300 спартанцев, ты сразу видишь таких брутальных ребят, которые мышцы, ловкость, то есть сила тела, закаленные, лучшие из лучших, да, потому что остальных в Спарте не оставляли, по легендам. Сейчас под сомнение это ставят. Возможно, оставляли, но, как говорится, тайно. Родное дитя просто так со скалы не кинешь, хотя, возможно, так заведено. Но не каждый себе позволить может. Вот, пойти против инстинктов, заложенных природой. Поэтому вот как раз брутальная композиция, она сразу создает это состояние брутальное, а потом бруталити еще это усиливает. И вот немного еще бы вот раскрытие было бы правильное разбойников с больших дорог, и это была бы просто великолепная концентрация брутальности, такой именно правдивой, когда ты стоишь всеми своими силами за правду, за то, что, как говорится, правильно. Но есть небольшой шероховатость. Так что вот такие впечатления.